150 саженцев сосны высадили в Муравьевском парке депутаты Законодательного собрания области и члены молодежного парламента Тамбовского района. Из-за палов посадки в парке проводят постоянно. В этом году здесь появилось 8 тысяч саженцев. 7 тысяч деревьев Муравьевки предоставили работники управления лесами. Сады с первого класса. Даже двое садов было. Поэтому опыт есть. Земля немножко тяжелая. Так все замечательно. Кстати, сотрудники парка хотят составить и издать каталог, определитель деревьев и кустарников Муравьевского парка. По словам специалистов, не только школьники, которые приходят в парк, но и преподаватели вузов зачастую не могут отличить одно растение от другого. А в Муравьевском парке, кроме традиционных амурских, есть и тропические виды растений. У нас вся природа сейчас в виртуальной реальности или в книжной, да? Вот никто вживую почувствовать не может. У нас больше 100 видов только деревьев и кустарников здесь в парке. Причем этот определитель будет цветными фотографиями, так что каждый может пощупать, посмотреть, определить.